Приветствую, друзья, на канале Cross Out Lovers. Сегодня у нас появилась новая информация по будущему обновлению. Покажут, как у нас изменится карта крепости, я ее покажу. И также новую легендарную ракетницу я также покажу. Итак, давайте начнем. Это я не вижу читать смысла. Здесь у нас они пишут то, что это только первая часть дневника разработки. То есть будут еще, ну, мне кажется, штуки две. Вот, так что может даже и три. Так что обнова должна быть большая. Итак, возвращение обновленной карты крепость. В обновлении с новым сезоном мы будем готовы представить вам обновленную карту крепость. Третью и последнюю из списка карт, которые были выведены из ротации для переработки. Давайте вместе посмотрим, что изменится на этой локации. Ну, прикольно, слушайте, зелено так сделали, вот это вот колесо какое-то. То, что сразу бросится в глаза, визуальное оформление. Мы полностью перерабатываем и заменяем старые ассеты на карте новыми. Ряд старых объектов окружения преобразится, а локация заиграет новыми красками. Ну, прям смотрите, тут очень так достаточно много изменили. Смотрите, вот как выглядит все, офигительно, не правда ли? Масштабы объектов окружения также изменятся и станут более приближенными к реальным. Обновится и растительность на карте. Мы не только повысим ее качество относительно старого варианта локации, но и реализуем уже знакомую вам особенность с полупрозрачными силуэтами крупных кустов и деревьев для более комфортной игры. Слушайте, тут такая огромная карта, смотрите, просто большая. Она, по-моему, меньше была. Что они дальше пишут? Команды теперь будут начинать бой со стороны разрушенного городка и военной базы, соответственно. Что же произошло на этой локации? Чья это база? Скоро узнаем. Важными моментами во время переработки локации были более рациональное использование пространства и переработка некоторых проблем, о которых вы нам сообщали. Что они тут изменили? Мы сократили пространство по краям карты, которые практически не использовались игроками, но в то же время расширили ряд проездов, которые до этого могли использовать только относительно небольшие внизкоумные мобили. Автомобили. Мы исправили множество отдельных мест на карте, которые могли мешать движению игроков. Например, различные углы и камни, приводившие к зацеплению и застреванию бронемобилей. В общем-то, они тут... доделали карту, ну слушайте, тут прямо дофигища места, прям мне кажется будет годная карта. И давайте перейдем к самому, наверное, интересному, это новая ракетница легендарной редкости, вот прям бомбически она выглядит. Так, ну и что они пишут? Ракеты в этом орудии не самонаводящиеся, что определенно оценят любители осы, саранчи, бурана и сверчка. Как вы можете видеть на картинке, ракетница чем-то отдаленно напоминает буран, но имеет свой уникальный форм-фактор. Но она крутится, скорее всего, будет. Это первая ракетница в Crossout, имеющая неограниченные углы наведения по горизонтали. Блин, это вот бомбически просто. Орудия вращаются вокруг своей оси. Механика полета снарядов также необычная. Три ракеты, выпускаемые за один залп, летят друг за другом по спирали, не теряя высоту полета с расстоянием. О-о-о-о, вот это прикол. Уникальная особенность этой ракетницы будет увеличивать урон и импульс от взрыва каждой последующей ракеты в рамках одного залпа. Бонуса последней ракеты в залпе будет вполне достаточно, чтобы удачное попадание разрушило все планы легкого противника, надвигающегося на вас. На сегодня все, но это только начало. Во втором дневнике мы покажем следующую новую деталь сезона, а также деталь, не связанную с сезоном, но уже анонсированную ранее. Ждем ваших предположений, что это может быть. В общем-то, вот что они показали нам. Я думаю, следующая часть у нас выйдет опять же в четверг. То есть у нас будет там что-то еще новое. Мне прям понравилось, как они сделали карту. Так детализировано все стало, офигенно. По масштабам она вроде как даже раза в два больше стала. Ну и показали они офигительную пушку. Судя по всему, она будет прикольная. Я надеюсь, ее не занерфят потом. То есть она вот как будет имбой, там, не знаю, классно играться, так и останется. В общем-то, пишите в комменты, как вам новая пушка и карта. Я думаю, скоро они сделают панораму, можно будет детально все посмотреть. Ну, на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока.